Привет всем, с вами установочный центр ПК. Сегодня у нас Prada. Самый свежий, самый новый. Потому что он действительно свежий и действительно практически новый. Смотри, какой руль вообще клевый. Сегодня сюда была установлена магнитола на андроиде. И передняя камера заднего вида. Штатная уже была здесь задняя. Сегодня была установлена магнитола на андроиде, камера переднего вида, камера заднего вида здесь уже была. Как бы я не будем показывать, она здесь была. Камера заднего вида хорошая, поэтому ее, собственно, оставили, и клиент сэкономил денег. Это приятно всегда. После выключения задней камеры, через какой-то момент включается передняя камера. Как поставили переднюю камеру, мы вам сейчас покажем. Выключаем. Значит, магнитола у нас выглядит как экранный модуль с крутилкой, с энкодером громкости. Ну, кому-то нравится такое решение, кому-то не знаю. Но экран стал меньше, да, он сейчас, наверное, порядка 8 дюймов, так был бы побольше. Был бы практически от края до края. Ну, так тоже неплохо, экран яркий, сочный. Даже, мне кажется, чересчур яркий. По магнитоле 8 здесь Android. Об устройстве. О, уже 9 Android. Это хорошо. 9 Android. 8-ядерный процессор 4 плюс 32. Также встроенный 4G модуль. В бардачке у нас по традиции две USB-шки и слот под сим-карту большого размера. Значит, по магнитоле это топовая серия RG, но вот с такой вот крутилочкой. Кнопочки зелененькие. Экран притухает. Прекрасно. По звуку здесь огромнейший эквалайзер. Вообще, для чего была затея это? Раньше здесь стоял Фантом, который стоял с завода. Ну, с завода дилер поставил. Вот, он уже морально устарел, да и плюс он уже не работал практически. Вот. Новый экран. Яркие, сочные цвета. Прекрасное быстродействие. Естественно, Яндекс.Навигатор, голосовые подсказки. Так, не сейчас. Сбербанк. Поехали. Подсказки работают, все без проблем. Разделение экрана, навигация налево, а вот справа чего выбрать, это уже вы сами решите, можно выбрать переднюю камеру. Можно ехать вперед по Яндекс.Навигатору, ну и смотреть в камеру. Значит, в дизайне особо не поменялось, все подходит идеально. Все в допусках зазоров Тойоты. Бортовой компьютер остается на месте, меняется только часть с магнитолой. В общем-то, пригодно к установке. Лайк. Никто не видит, что ты киваешь. Лайк. Кнопок на руле здесь нет, если был бы мультироль, они бы работали и программировались без проблем. Также был установлен, кстати говоря, скрытый видеорегистратор. Вот такой вот вокруг зеркала, которое ставится. Прекрасное качество изображения с него, он не заметен снаружи. При этом имеет Wi-Fi, то есть ролики можно посмотреть через мобильный телефон. Можно вынуть SD-карточку, она здесь сбоку стоит на 32 гигабайта. И через карт-ридер подключить к магнитоле. Точно так же посмотреть видео, например, скачать. Если нужно отдать флешку, вы просто ее скопировали в магнитолу и отдали флешку. В общем-то, тоже пригодны к установке и тоже нам очень нравится их ставить. С вами был установочный центр ПК Авто. Обращайтесь к нам, у нас есть решение практически на все автомобили. Любых вообще, любых комбинаций. С крутилками, с кнопками, с чем угодно. Ставьте лайк этому видео и сходите в наш интернет-магазин.